Так, ребят, вторая часть стрима обрубился, поэтому записываем вторую часть прохождения. Выложу ее отдельно, как цифра 2. Осталось немного. Димон, зайди либо на ГГ, либо, не знаю, может, мне Это стрим плохо. запустить в Дискорде, попробовать все-таки. ОГГ, какая задержка? Небольшая. Там тоже Ты быстро. думаешь? Да. Сейчас попробуем. Это небольшая. Как на Твиче. А, ник у тебя какой-то на Твиче? Джексон ТВ. А, Джексон. Я уж ссылки вот покидал в чат. А, так я не видел. Стрим завершился, кстати. А я закрыл, наверное. Ладно, выложу отдельно. Джексон ТВ. Ого, ваншотик. Уважение. Это я нихуя не вижу. Ну вот, 7 человек зашло. Отдельно, ребят, видео запишу, что что-то оборвало стрим. По цифре 2 выложу, что типа допроходим. Жизненное подчеркивание того, да? Нет, просто Джексон ТВ. Вместе? Да? Ну вот, нашел вроде. Ошибка, Блять, он мне. образец не берет. Да давай в Дискорд сейчас попробую все-таки застримить, может сейчас нормально будет. Все, в Дискорд застримил. Онлайн, так сказать. Надеюсь, нормас будет. Ну, сейчас посмотрим. Так, Пусть она сейчас сейчас в пишет. морозильной камере, здесь. Здесь, короче, нужен образец. Вставляю, он не подходит, ошибка. Мне сначала загрузить надо туда жидкость, потом мешать. А, значит, тут рано сюда пришел, да? Ты ввел эту фигню с кубка. Помнишь? Да. Вот, открылась в саду, где дверь была. Там, короче, открылась эта херня. Железный занавес. Тогда теперь можно подойти вставить вот эту, по-моему, тему. Так, Twitch тоже не алё. Ну да, только Good Game работает. Что-то рестримы у всех попадали с Good Game, я вот решил все позакрывать, да пройти игру уже, а потом выложить просто как отдельный видос. Чтобы, может, кому-то интересно все-таки будет прохождение посмотреть. Поднимайся сейчас наверх, где сад. Тебе туда. Правильно иду? Потом сюда, вот в эту фигню. А потом уже вставлять уже. Good game и записи. Я неправильно иду? Ну, вроде, да. Там без разницы, тебе главное в центр пройти. Там хоть так пройдешь. Неправильно иду. Кстати, сбегай назад. Помнишь, где ты второй пропуск взял? Да. Прямки. Правильно идешь? Вот эту фигню надо будет поместить, которая у тебя. И что будет написано. Прикинь, Васек пишет, без VPN не дает в чат писать. Что-то там какие-то переделки, блин. Жесткие. Какой чат? Куда? Good game? YouTube помер, да. Да, на Good Game даже не дает писать без VPN-а. Так, а что я сюда приперся? Погоди, тебе где кафетерий надо? Куда идти? Где первый выпуск? По карте посмотри. Так, столовая вот налево. В эту дверку. Да, Вокс, а ты через VPN сидишь? Ну, Маша вроде может писать. Я же есть. Не, Маша пишет Пишешь без нормально, VPN. без VPN работать.
Вот, сюда, смотри, что написано, слово... Мав. Мав. Ой, надо тебе же... Надо собрать сначала. Нет, тебе надо левую сместить еще разок. Что-то не совпадает. О, почти. О. У льва тоже дроп. Ну, понятно, там какая-то переделка. За баг мочи. Хера, еще сумку дали. Да ты затрахал просто уже. Записка Уэйна Ли. Боже милостивый, кровь, она повсюду, черт побери. Что происходит? Это все те люди в черном, спецназ и штаба. Но почему? Разве они не должны нас защищать? Белые мозги в лужах алой крови. Безумие какое-то. За что? Ранее говорили, что я гений. Разве не говорили, что я гений? Гении не погибают в таких местах. Я всегда добивался результатов. Они меня поимели. Что ж, значит, я тоже их поимею. Возьму Нобелевскую премию. Я герой, гений, бог. Я не умру. Да, гений ли был? Да, возвращайся. Больше ничего не говорит. А эту электронную херню забирать? Как ты ее забрал? О, нет. Да этот гений, блядь, встал. Загонись. Он за сумку свою переживает, когда-то забрал. Так, а я ее что, забрал, типа автоматом? Да, ну, понятно. Давайте. Кого пусть валяется. Назад беги, теперь тебе... Не, не сюда. Комнату туда, в общую, где... До хрена этих травяных шастов. А ради этой записки, что ли, ты нашел? Не, ну сумка. Сумка топич. Клерка, клерка, клерка. Ацис динает. Да беги ты, вот я не знаю, что происходит. Какой-то лог. Бежишь, бежишь, останавливается. Аж бесит. Может, антипираться какой? Не-не-не, это во всех играх. А, ну, как бы, не знаю. Да, пока так оставь. Тебе вместе уже все ноги фига. Привет, Виктор. Ну, народ на ГГ переметнулся немножко. Ну, может, кто зарегается. Зарегался, да ничего. Мне вообще сюда не надо. Да. Прикинь, обоих поймал, что ли? Ну да, но второй. А, ну, я понял. Да, временная херня. ГГ жестит по-страшному, Дэйв. Блочит все подряд, как общаться, шеф. Как будто на Ютубе тебе можно было прям все писать.
Что, во вторую лезть, эту канавку? Нет, здесь где-то дверь. Где-то слева дверь, куда надо зайти, и там, и там. А, есть, точно. Да что ты, блядь, творишь? Их вообще убить можно, что-то какая-то херня. Ну, можно. Ну, не нужно. Ну, вот, тебе надо... Представляй, как херни. Чего бы на опытом грандомет уже? Секретный босс? Нет, не в курсе. Тут, короче, не надо намешать так, чтобы в колбу большую лезла вот под эту фигню. Под уровень показан красным матрем. Сливается только влево. А, он полностью сливается. Да, тебе надо сделать так, вот, мешать, чтобы вот только по линии. На самом деле, там она легкая. Ты сейчас один слил, потом еще раз один сливаешь, вдруг ту же, и все. Эх, хер знает, что-то накрутил уже, по-моему, по-жесткому. Не хватает. Но понял. Намешал, капец. Twitch протернули 2000, потом помер стрим. Что-то... Ну вот слей вот это вот в мелкую. Да, пробуй. А потом мелкую добавить как-то. Потом большую. Вот как раз, походу. Все. У льва стрим пошел. Запустилось все. Да, все, не буду уже, блядь, это заморочка. Да пройду, да выложу. Так, теперь тебе вниз спускаться, да, вот, где-то внизу пытался вставить. Куда надо? Там, где кончится патроны, зарядишь на гранатометы, не сложно. Ты вот про этот низ, да? Ну, тебе на лестницу, да, где-то. Где там эта фигня была? Просто не помню, какой дверь. А, я еще в эту комнату не входил вроде. Сервер не был. Не был здесь. Не был. Сервер. Забыли создать. Лежит всякие штуки. Забыли мы зайти. Когда вот свет включили. Ножик. А как типа. Так этого говна всякого уже тут. Эй, все еще пригодится. А, тут и пик. Да, все забрал. На растения лучше огненные, если что, голодь. Слот на них так не очень действует. А, ты туда где-то поднимался, да? Поднимал. Опять? Чем? Опять упал? А, у Маши чат на гудбейне упал. Не может тебе написать. О, видишь. Там какая-то дичь происходит на тебе.
Но юзер пишет. Может быть, гейм вот кинул просто? Я не знаю, бред какой-то. Я запись включил, все, видео выложил, нахер все надоело. Ну, то управление NGA, блин, какая там комната просто, пропустил я там. Так, блин, отсюда блин. Я пришел. Там есть компы, да, хрена компов. Вот тут компьютер, который мне пока что не пускает. Не, там комната еще была, где я вставлял. Это как хочешь. Это придется гранатомет у меня брать. Все, давай, падла. Да, сейчас будет печальная система. Вот комната с кодом. Это не та комната, нет. Где ты картридж вставлял, блин? Отсюда я его забрал, наоборот. Температура раствора вне допустимых пределов. Ну, вот тут вот слева есть спуск, а еще справа. Тебе надо туда, вправо. Вот еще там спуск был. Скорее всего. Тут закрыто все. Ну, ты два открывал для себя. Оп. Блять, взорвайся, ебаный в рот. Они не взрывают. Красный возьмешь. А это нож. Все, беги, но красные снаряды по максу бери, убивай. Вот сюда опять слазить? Ну, походу сюда. Подожди, я не понял, блин. Заморозить надо эту. Херню. Карту нажми, я не могу сообразить, где это место. Тут я смешивал. Тут не смешивал, там было еще место где-то, блин. Оранжерея только один спуск. Один спуск здесь. Ну вон туда, наверное, я хрен знает, вниз по лестнице. Подожди, а вниз по лестнице у нас что там? Вот, испытательная лаборатория, вот сюда. По лестнице вниз все-таки. Да, вниз там, где-то там эта лаборатория должна быть. Это, наверное, может так, где второй этот. Ну, бесточно было. Так, да, где-то еще было. Вот, ты одну включил, одна это с сохранением бесточная, а вторая, скорее всего, она и есть. Уж больше вот некуда идти. Вот она здесь, да. Вот тут, где-то тут. Да-да-да. А, это оно. Все, сейчас ты картридж, ну, охладишь разжиг. Жидкость и вставляешь туда. Распылить. Охлади свое трахание. Она сейчас в карман положит и все. Минусовали будет сразу. Охлаждение завершено. Можете огненных взять пойти, наверное. Да может быть. Ну, на растения огненные наши бы не сгорели. А что, их там до хера прям будет? Ну, они те встанут, которых ты вырубал. Просто так обычно бегаешь, оно хватало там. Подвигаешь, не больше не нужно. Тебе кончилась электропушка. Кислотный ты на босаков лучше вставлять, там на всякое такое. Ликеры, хуйники надо. Да, сейчас опять этот дебил будет вставать. Ну, видишь, кислота ему. Ой, вот кинул. Вот
ведь, бля. Его назад откинуло так прикольно. Как ну, привидение практически. Пожирает. Напал, по-моему, комната эта. Укидывай, да. Все у нас тут дофига. Ох, ёл. Ну, зиги потом возьмешь. Все, ладно. На Good Game народ отвалился. Не знаю, что-то происходит жестко. Так, ну что делаем? Вот сюда нам. Да, вот эту комнату распыляешь. Нет. Это ну, не она. Уровень доступа не позволяет. Сейчас два придурка этих будет опять. Которые встанут. А если вот так вот вниз стрельну? Не помогло. Ну же, сука. Да ладно. Перезаряди. Ну, гнида. Временно, что ли, их вырубил, не понимаю. Я, честно, даже не помню. Лол, за одной капсулки. Mm-hmm. На. А, доступ у чела это был. Mm-hmm. Столько усилий за пары сорняков. Mm-hmm. Внимание! Вы распылили опасный раствор без получения ощущения. Ваши действия задокументированы. Нет, там обойти его. Пацаны. Видишь? Не, здесь нет. Где-то вот здесь? Да, к компу подойдешь. Ну а дальше уже там бежать, где уровень передов у нас. Перезаряжайся, там еще будет. Суки, блядь, мрази, умрите все. Уходи. Сейчас к компу подойди. Который там... Блядь, они уже здесь. Что они там забыли? Иди нах. Да на один встал, второй ни хрена. Нет! Сука, он убил ее сейчас. По-любому убил. Моргает так. Моргает из-за того, что убил. А, все? Ваншот? Нихуя себе. Ты не фоловый, что ли, был? Не знаю, может быть, не знаю. А, ну здесь, по сути. Четыре снаряда, у тебя больше нету огненных? Нет. Да их нахуй лучше вырезать, блядь. Мерзкие типы. Да чем сейчас? Вот что делать? Ну, красный выставишь, стреляю кислотными нахер по КД. Лучше. Я вас ваншотят, ну их нафиг. Можешь не достреливать, а там смысла особо нет. Господи.
Еще два приперлось. Ну, один вниз пока пошел. Не горят, ну, хорошо. Они, да, не сгорают. Все, сухарь. Сухарь. Три корочки хрустим. Зомбаря не будем проверять? Ой, блядь, кто-то живой еще. Ай, хрен на него. Уходи нафиг. Походу он все сгорел с концами. Огненный как раз их это... Ну, вот. Тебя будет ждать. До этого не трогай, пошел. Тут еще один. Да, вот тут, вот этого убил. Да ладно. 4 к 2 встало. Вот ведь, бля. В конвульсиях, блядь, там. Пошли в жопу. Да встань ты за комп! Не хочет. Так, надо соединить. А, тебе надо это, да. Почта Байрона. Улей превратилась в улей. Шпионов. Три года. Так. Кроме того, сегодняшнего дня ограничивают доступ к западному кругу. Игнорируйте все запросы. Несанкционированное распыление. Пользоваться компьютером. Так, тут что мы делаем? Сейвимся. Добудьте антивирус в западном крыле. Все это западное крыло. У меня есть типа доступ с центрального мостика. Третий, да? Который по сути нужен. Патронов нихера нет. Чем бесит. Порох, мишань. Что есть, все достало. Давай УЗИ. Тема пригодится. Да на УЗИ там патронов, он 80 штук, это еще смех. Порошина не убьешь. А, у тебя вон 13 патронов для магнума. Ты... Нормас. Эти закончатся, понимаешь. А, не мощный. На босыкане положить. Стоять не будет. Там можно. На случай. Походу нет. Сгиби, да. Так. Конечечка просто. Кассетом. Вот сразу вот телек. Вот эту штуку взломаешь. Тут нет никого. А что телек не могу запустить? Все падает. ОСС. Ластовая. Если галочка появится, значит. Видео магнитофон. Вставляю лесу патефон. О, качественное изображение. А это вот Беркина как поймали.
Ага. 9.22.98 года. Доктор Биркин, вы пойдете с нами и без шума. Биркин. Я знал, что вы придете. Он не русский случай-то. Это дело всей моей жизни. Я не отдам его никому. У нас приказ, доктор Биркин. Давайте по-хорошему. Отставить и стрелять! Ты чем, блядь, думал? Приказ был доставить живым. Это Хэнк его убил. Раз ты четвертый выживший. Мы внутри, сэр. Но у нас тут проблема. Цель сопротивлялась, пришлось ее устранить. Верно, сэр. Вас понял. Только образцы. Уходим. Мощно. А кто его тогда обратил? Жена, что ли, специально? Не, он сам. Да он не сдох. Mm-hmm. На последнем издыхании вколол. Отправитель Джей Доуин при остановке исследования Брелла принял решение остановить исследование ГМ подземной лаборатории. Уволен Биркин. Спасибо за ваше письмо. Наша компания самая обеспеченная в США. Слышал хорошие новости. Г почти готов. Странно, что вы не отрапортовали. Вы хорошо потрудились над Г. Об остальном вы сами позаботимся. Ну, типа у них тут казачок засланный был, который следил за доктором и носил. Он не сообщал, что он готов. Кто-то его сдал, поэтому пришли за вирусом, товарищи. Кассету нафиг. А, мне кассета. Да, и эту штуку нафиг, кстати, она последняя была. Какая? Да-да, все, она больше не нужна. Уходим? Ты куда? А там проверить, что там. А, в натуре. Дверь. С кабинет стоматолога. Надо загонить. Порошина. Обработка. Угу, дезинфекция. Сразу посушилась, тут поставил, позабирал. Да, сушка, вся фигня. Хорош. Ну что тут у нас осталось? Что-то. Басак будет. На которого у меня нет патронов. Не сейчас. Ну, все, что есть, берет вперед. Перед боссом там всякое. Там уже вот, кстати, нет. По-моему, погоди. А, во, справа, направо сначала иди. Да, тут, короче, сундук, сейф, что-то лежит, вот ты можешь приготовиться. А налево, когда уже все сделаешь, там забираешь, вот. Ну, где вакцина должна быть. А птичек возьми, наверное. Так он прям сейчас будет, босс? Не прям сейчас. Так, ну что, я могу смешать пару... Что смешивай сейчас, это не могу. Готовься, короче, полностью. У вас столовый басак. Пауста. Химотой в него застреляем сейчас. Так. Деревянные доски с собой ношу. Ну а что пойдет? Да ни хера мне нету. Кроме этих хреней. 50 сейв. Обалдеть.
образцы. Дневник исследования. После введения эмбриона в тело пациента мы сделали 50-сантиметровый надрез от груди до брюшной полости. Приступили к наблюдениям. С помощью медицинской команды создание подобного поддерживалось между 15 основательной осознанно ясной и 50 ЭШКГ. Однако позже уровень сознания пациента понизился, и дальнейшие наблюдения были признаны нецелесообразными. Подобный был уничтожен. Пациент 501 через 20 часа. Все, кроме подобного, стали носителями эмбриона. Все подобные были уничтожены. Один из подобных не выдержал, покончил с собой. 628. Резистентность низкая. Не препятствует умственной деградации, вызванной Г-вирусом. Так, окей. Сюда что-то круглое надо вставить. Черт. Что это тут? Ну-ка. Вот да. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Наконец-то. Антидот у меня. Я иду, Шерри. К Шерри идти, что ли? Да, все, сохранился и вперед. Как мозг будет тут, там, потом там, короче. Это Пупкин опять. Да? А что, мне убегать от него или сражаться? Снова ты! А ты Уильям! Жена. Все кончено. Она распылила на него что-то. Ну, какой-то антидот ему впаяло. Как ему не особо помогает. Какая обработка? Это мой муж. Слышь, он живой. Я его создал! Уильям! Стоило убить его сразу. Но я просто не смогла. Он твой муж. По правде, мы жили работой, а не друг другом. А как же Шерри? Как ты могла оставить ее в пылающем Ракун-Сити? Я не могла позволить дочери расти в мире, где существует Г-вирус. Но это не оправдывает того! Больше стал. Прости, Уильям. Потом он еще раз ее стукнет, и она еще засунет один патрон. Нет. Я разберусь. А ты займись Шерри. Да она там ей все переломал ребра. Короче, патроны, аптечки везде раскинуты. Ну, сам понимаешь.
Короче, смотри, у него глаза, да? Ты глаза отстреливаешь. Из Сева вылезет еще пачка глаз. И ее надо дамажить по максимуму. Можешь узиху тратить как раз на такие моменты. Вон глаза не смотри. О, еще. Ты, по-моему, зря убежал. Там как раз открылись. Глазюки у него открылись. О, видишь? Вот их надо дамажить. Обычными, кстати, мне стреляешь пукали. А чем еще стрелять? УЗИ нет. У тебя суперские есть патроны на пистолет. Эти достреляй. Ну или так. Тут патрики раскиданы, кстати. Ой, стреляйся срочно. Жди, откроется, а нет, не открылось. Да, блять, он со своими глазуньями этими. Уходи! Уходи, уходи! Аптечку! Красной травой съешь, чтобы защита была. Во. Тебе надо патрики с... Все. Граната его добила, по-моему. Угу. Тут патроны лежат, порыскай по этим проходикам. Ячейкам, а нужны? Там, лежит. Окей. Вот здесь, да, слева, справа, с другой части. Угроза устранена. Должно быть. Снят. Компьютер определил, что угрозы нет. Вол. Ну, да, вон налево. Тут, ну, только в лифт не иди. Угу. Погляди, вот, да. Ну, где-то еще стойки должны там. Должно всякое лежать. Грузовой лифт снова активен. Еще есть. О, электрические заряды. Они на него бы действовали, интересно? Да, действовали бы. Типа не парализовал он ненадолго. О, на магнум. Так, зомбаки еще будут на выходе, так что можешь обычные зарядить. Пули поменять. Там 100 патриков. Ну, тап то жми проверить. Не горит. Не тап, а карту. Все. Почищено. На лифт. Шерит ползти. Теперь бегом к Шерри. Теперь сушка и наоборот мойка, блядь, да?
Да, да. Там сейвик сделать тоже обязательно. Так, а где тут? Тут нельзя сейвить, по-моему. В этой комнате там нет сейва. Позади можно, перед комнатой шефа там же есть. Машинка. А, дальше, да? Да, вначале. Не выключайте пока. Эй, я верила в тебя. Я верил в свою куртку. Чуть-чуть. Нелепое слово. Переломал ее там. Взгляни на экран. Слава богу. То есть Шерри здорова? Какое-то время будет слабость, но... Да. Г-вирус побежден. Слышала? Че, помрешь, что ли? Что с ней? На нее напал монстр. Не волнуйтесь обо мне. Прошу тебя, выведи ее. Доступ. Прости, Шерри. Вот это выглядит, конечно. Доступ эти. Ну, последний. Нет ничего важнее твоей жизни. Мы не можем ее бросить. Да, не можем. Внимание, обнаружено несанкционированное. Опа, можем. Переход в режим блокировки. Что происходит? Там Леон вирус забрал. В это время, типа, на сценарии Б. Если Г-вирус вырвется... умоляю... Спаси мою дочь! Нет! Потом она будет зомби. Шерри... Пора прощаться с мамой. Ну же, надо попрощаться. Прошу, послушай меня. Она любила тебя. Нам нужно уходить. Пошли. Ты была права насчет куртки. Мне так повезло, что у меня есть ты. Обсудим это позже. Нужно спешить. Пойдем. Шерри. А что, транса идет? Так, оп. Ну, наверное. Да, идет. Смот, можешь бежать. Не хочу давить. Приветка. Надо поторопиться. Локдаун. Локдаун. Ну, тебе вперед, да? Куда вперед? Не к фуликулёрам. Вон, прямо беги.
Подожди, сейвиться надо, да? Можешь. Просто есть там мобы нету. А, нет, там зомбаки попадутся там. Там немного. Там бумажка была. Ну ладно. О, лифт. Иди. Какие-то куски падают, непонятно. Эй, у нее куртка должна быть. Фу, хер. Она сняла куртку. Систему просто, ну. А, ну, ты копировал. Ctrl-C, Ctrl-V. Не говори, блин, бред какой-то. Вот так. О, так будет правильно. Ты какой ядро, блин. Хера там. Ты чё там за Анатолий? Чё за электричество? Непонятно. Турбина какая-то. Угу. Да. Спасибо, что была так добра ко мне. Помогала мне. Это в какой? Я рада, что встретила тебя. В восьмой части были такие всякие турбины. Ну давай сперва выберемся отсюда. Иди первая. Разведывай, бля. Чё, она, у ней там что-то лежало в начале, направо. О, музончик топовый пошел. Угу. Тут к компу надо подойти, по-моему, к какому-то. Значит, последний с тобой, скорее всего. Странно. А, значит, сам активируется. Ого, там что-то тронуло. Вообще, по идее, она должна... Леона там была. Странно. Да. Что-то взорвалось. Да пофиг, уходи. Что, 10 минут тебе на выходе? Шерри, беги! Ну, я даже не знаю. Наверное, нужно взять гранатомет. Ты... Че там, цветков много? Сейчас, короче, ее надо будет на место определить, чтобы она тебе дверь открыла. Будешь отбиваться. Я не знаю, не помню, кто тут пойдет. Вот, сюда иди, да? Ну, конечно. Эта хрень закрыта. Постой. И гранатомет есть. Шерри, что ты? Я попробую открыть с той стороны. Я типа буду ждать, а она будет открывать. Сейчас на тебя пойдут толпа, так что тебе надо мочить. Это тоже работает неплохо. Ну да. Особенно учитывая, когда ни хрена почти не осталось. Оставляй пока пофиг. Они встают. Это временное дерьмо. Не временно, там пару островов, наверное. Шерри, как ты там? Я прямо за тобой. Отлично.
Думаю, мы уже близко. На нем мы едем. Хорошая идея. Только повернуть надо или что-то сделать? В комнату зайти вон тут. Да, так, и тебе нужно место. Какое? А, короче, в поезде лежат батареи вот эти, куда сюда вставить надо. Сначала в поезд. Ну, если у тебя места нет. Выкинуть его. А что, я не могу выкинуть? О. УЗИ. Нет, ты можешь выкинуть, да, вот это и ослепляющую гранату. Это пока не все. Все, иди вставляй и иди что назад. Ты делаешь? Нужно завести этот поезд. Подожди меня здесь, хорошо? Да. Обещаю, что буду тут. Молодец. Будь осторожна. Конечно. Понять. Так. Ладно, что-то включилось. Работает. Отлично. А, вот он, что? Леон? Ты тоже здесь? Да. Но все здание рушится. Клэр, тебе надо выбираться. Срочно! Знаю. Я нашла выход. Думаю, у нас все выйдет. А где ты? Клэр, ты еще там? Леон, связь прерывается. Не жди меня! Уходи отсюда! Леон? Леон! Ах, черт! Фига себе. В том месте, где я тебе говорил, там только смотреть. Он сейчас туда пришел. Вот тут ставь пулемет до руки. Че, зомбари полезут? Ага. Один зомбарь. А как же Last Boss? А вот он. Глазам надо стрелять. Ну, желательно. Не понял. Он меня не задел. Везло. О, теперь забил траву и жри, и сажи защиты. Что, по аптечке все не потратить есть? Есть, отлично. А, она не дополняет, блин. Защиты-то нет. Еще спрей есть. Обзда. Столы. Да. Надо было синюю смешать. Синюю добавить. Попал, смотрите. Ну-ну.
Он прыгнет на тебя, смотри. Он сейчас заберется и сиганет. Блин, ну миниган тут сделал, конечно. Специально дали, мало ли, все, все потратил как бы. Так и могли не дать, что ли, его? Не, не. Не дают, так и так. Но если его не пропустишь в комнате, когда будешь вставлять. А, ну да. Валим отсюда. Надо будет немножко показать по выживалке и все, наверное. Что за режим такие? Лол. Да, я вообще чуть не ожидал, что там босс будет. На обратной версии он еще не сдох. Будет еще один. Чем хочешь заняться, когда выберемся? Он на поезд нападет. Увидеть, где ты живешь. Идет. Ведь мне надо в душ. Да. Правда? Так плохо? Да. Клэр! Лол. Как он забрался туда? Как же я тебе рада! Он в тело в вагон делает. Мы выживем. Да. А, которые прицепились к ним там еще в конце вагона. Да, он там туда забежал. Лол, что-то... Так, это можно пропустить, да? Да, блин. Типа он живой опять. Да, у вас концовка на обратной версии за Леона. Общее время 8. Сохранение 56. 8 часов. Это без диалогов или без чего? Да, это чисто игровое время. Открыто второе прохождение. А, типа второй сюжет, да? Да, да. Типа параллельный. Да. Теперь вторую компанию. Не, ребят, не. Там да, может быть. Будет когда-нибудь, может, там реквестик какой-то еще, может быть, пройдем. Так, не. До прижима. А, ну вот я немножко. Четвертый выживший, еще survival. Ну я вот это немножко смотрел, я не знаю, тут про чувака, который этот чувак в магазине продавец. Роберт Кендо. У него дочь, что ли, заразилась или что? Он хотел застрелить. Ну это в третьей части за Джо показывает. Потом кто-то помощь просил, наверное, он не стал себя убивать. Графония а-ля GTA 5 такой. У меня, по-моему, 7 было. А у меня 7, по-моему, 5.
И все, я тут вышел, тут куча зомби. Хер пойми, что всех убивать, что ли, бред тоже. А его обычный пистолет, он никого толком не убивает. Он отстойный. Да там все не работает, ребят. Отдельно видос выложу, что типа вторую, как бы, допрошли. Непонятно, что надо делать. Тупо играем, пока не сдохнем. Это вообще режим проходится. Да, по-моему, они все проходятся, кроме первого, который убиваешься. Насколько они долгие, короткие? Я не проходил этот, я прошел только четвертый вызов, что за хэнком и все. Под музыку такую. А, тут сейв еще? А, не работает. Нифига. По знакомым локациям просто погуляю. Мощно, конечно. Юп! Они уже какие-то там синие, непонятные синегалы. Ну все, я могу выбрать. Ну, она жесткая, только не все сложные. И там сдурачивать надо. Новые украшения. Типа. А, ему может что-то надеть на голову. Потом вот про эту девку. Я отведу тебя к любимому. Кэтрин Уоррен поверила словам Айронса. Он же Тельмен, шеф полиции. К тому же хороший друг ее отца. Но когда Айронс заманил ее в приют, маска была сброшена. Знаешь, думаю, ты станешь моим шедевром. При этих словах она впала в отчаяние. Однако судьба была на ее стороне. Кэтрин забрала ключи у того, кто должен был ее убить, и приняла решение. Она должна спасти Бена, свою любовь. Чат опять лег. Ребят, забейте. Так, для видео уже делаем. Это уже такой стрим. Этой девке удалось убить шеф полиции. И, собственно, мы тут за нее играем. Типа она будет носиться в ночнушке по городу, что ли? По-моему, нет. Тут... Фуникулёр отвезёт нас в Улей. Кто сказал, фуникулёр отвезёт нас в Улей? Ну, она. Она же и говорит. А вот эти вот вообще неубиваемые, я хз, вообще что с ним делать? Не убиваемый, но с мощным оружием. С третьей части. Да, потом... Чем-то похоже на... Немезис, что ли? Это ключ. Тоже минусовали, походу. Ключи валялись в комнате, их надо было взять.
Такой бред получается, но у них вообще тяжело убивать чем, чем-либо. Уж точно не подручными средствами. А, все, ГГ, что ли, в смысле? Как? Это молоко, наверное. В детской комнате, на втором этаже там. Угу. Осталось только вот этих убить. Так все нормально. Они вроде тупорылые, но с ними выживать тут это жесть. А, все, я вспомнил. Все, походу, бебе. Да, мне еще живой вроде. Ага. Такой же дебил будет на улице, чтобы тебя выпустить. Ладно, хрен с ним. Забытый солдат. Это уже когда в подземелье они там. Тусят. Смысл от его маски. Без одного глаза. Ну, вот эту я прошел. А? Вот эту проходили, я запомнил. Ну, она жесткая. О, нифига. Этого не было. Может, DLC, что? Обновление, да. Не помню, что точно. Забавно. Но у него патронов все уже нету, блядь. Три патрона. Даже не смешно, блядь, уже. А это от скорости, наверное, зависит, когда ты выбираешь. А, тут какие-то автоматы добавили. Не, этого я не видел. Говорю, там было обновление двух... Все, ГГ. Этого у него было автомат, 120 патронов, дробовик, короче, где-то 16 патронов, пистолет патронов. И вот если ты не играл, еще пару гранат. Все, он пустой. Он пустой. Да, что-то, ну, я тебе это уже обновление там подписано. И там автомат добавили, их не видят. Типа, чё ты берёшь? Какую-то пушку, вот. Здесь так, куда взял? Ну, полностью, да, не помню. Тут просто свалить, типа, с этого места надо? Да, да, но там же что? Я долго участвую вообще тут. Технические работы... Нихурма себе! До свидания. Ну, забавный режим. Чисто по фану бегать. Тут тоже что-то в подобное, да? Про солдата. А, я вот этого играл. Так погоди, это разные, что ли? Разные, да. А, ну того я Альфа, не пробовал. Прием. Альфа, прием. Вообще, в другом месте, видишь, канализация. Вот это я походил за Хэнка, вот это. Черт, я думал, вы все мертвы. Я пытался... Я в точке К-12. Где ждать эвакуации? Значит, ложница ничто не остановит, да? Где ждать эвакуации? Спокойно, мистер Смит. Я направляюсь к главным воротам участка. Подберу тебя там. Ну да, тут смотри. Вот, я вот это делаю. Солидно. Тебе туда надо, там в участок, короче, главный холл.
тупо вкусно пахнет все время. За ним все ходят. Так. Ну, прикольно, что режимчики такие есть. Типа реиграбельность хотят добавить. Кооператив был бы какой-нибудь, вот это была бы тема. Кооперативчик, типа один там одно делает, второй другое. И они зависят друг от друга. Было бы круто. Да, тут пиндос, как все. Тут жестко, я тут стратег делал. Вот в этом месте я кидал ослепляющую гранату и пробегал просто. Да, что-то видно, что-то за пень. Он еще живой, нихера себе. У тебя аптечки есть. Куда и куда я, блядь, пришел? Не туда. Всю гранату засуну. ГГ мне только сейчас разбан сделали. Да это что-то, блин, самим ГГ что-то там какая-то херня. Не работает он как надо. Короче, прикольно, прикольно сделали. Еще контент какой-то после прохождения можно побегать. Капец, да у него уже нечем крыть, как бы. Дробаш, дробаш есть. Они просто стеной стоят, типа ты из них не ходил бы сюда. Так, да. Из говна не выбраться, короче. Еще какой-то режим. Это будет тофу. Вот это жесткая фигня. Ай, блин. Вот у тебя чисто ножи. Это полуночник, прием. Альфа, прием. Че за прикол? Он по-японски говорит? Да. Черт, я думал, вы все мертвы. Я пытался... Миниган? Какие ножи? А, ни хрена. А это что за куда? Ракетница, загонись. Да? У тебя то же самое, только за то. А у меня был... А там, видать, выбор. Какой сетов был. Че за прикол? Я играл за того, что там ножи одни.
Можешь ко мне подходить. Слушай, ну режет приятно, конечно. А можно каким-то миниганом все-таки убить этого, как его зовут там? Титана или Тирана? Тирана, нет. Просто бессмертный и все. Да. Так неинтересно. Такой бред. Да это прикол, хотя я не знаю, что это японцы. Японский. Это еще в классической части было, можно было за стартовку побегать. У одного ногу оторвал. И руку. Приколы. Когда тебя будут дамажить, у тебя, да, куски будут отрываться. Кусочек вскочил. И теперь он похож на сыр. А. Кусочек нет, зато боезапас. ГГ, блин. Капец, конечно. Обкромсали жестко. Он что, типа самогенерируется этот кусок? Вроде нет. Лол. Ну боезапас, конечно, неплохой, но его может недостаточно быть. Критует с каким-то, с какой-то пули. Можно вторую историю пройти с бесконечными этими патронами какими-нибудь, типа прикол. Что может быть нового, непонятно. Ты пробовал? Не. Не, я делал хрен такая. Ну, как соевый, блин. Безвкусно. Он на омлет похож. Вот. Ты его начинаешь рассасывать, как омлет такой, ползается. И по вкусу похож. О, этих с базуки выявляешь. Ваншот с базуки. Фига, да эта базука получше, чем всякие гранаты и прочее. Взрывчатые. Ракеты, видишь? Я, по-моему, направо не было. Да уж. Тофу по говну лезет. Выживет он сколько-нибудь. Если бы патронов тут еще находил на эту пушку.
как я чувствую тут что. А куда он вообще должен выбраться? В этот, в особняк куда-нибудь? Чтобы выйти вообще отсюда. Ну ты идешь, да. Конец игры, когда будет в особняке этим. А, ну Тоху, не знаю, не пошел. Скорее всего, да. Куда же, куда ехать? Помните, комната. Нужно вот к главному ходу, наверное, выйти. Включаю полицейского участка, как из него заходит. Придумаем. Аптечку бы найти. Да походу здесь их не будет для него. Можно. Это было. Что, съели скрип? Еще живой. Прикинь. У нас тут базы. Выздоровел, прикинь. Да не калечком, по сути. На зомби. Сейчас тут встанет какой-нибудь. Не, ну надолго так. Какие-нибудь собаки вылезут. Хилок специально нету. Чисто вот у тебя есть дохера чего. Где тут выход наверх? Здесь? Нет, это точно не здесь. Пол куска уже такой идет. А и выхода нету, ёп. Через тот пройти надо, зал. Где первый босс был? Ползает. Слушай, неплохо для этих даже использовать. Хочешь пройти их? Пока он лежит, ты же можешь его там побить. Да, но поздно, слишком ее дают, и почти нет или великого. Угу. Там сколько? Две штуки стоит. Такой обгоревший уже становится. Неужели надо вниз слазить? Походу нет. Возможно нет. Здесь выход. А тогда его не было в игре. Не такая халява, типа побегать. Единственное, что да, хилок нету. Обгорают жестко. Короче, на некоторых мобов это фатально действует. Да ебаный. Беги. Уходи на. Кусок тофу, беги. Ёб твою медь. Да, вот тут за ханка можно прикурить. Все, до свидания, короче. Да. Ну почти вышло. Наверное. Наверное, почти.
кто-то съел пирожок. Да, ну тебе спасибо большое за компанию, блин, классно. Значит, нормально затащили. Вот Алексу тоже спасибо огромное. Короче, ничего так, игруля. Тем более, как ремейк вообще канает. Все сравнивать. Оригу. Да, за чувака проходили, за Леона. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Тоже, в принципе, неплохо. Вот, когда-нибудь, может, еще возьмемся за эту тему. С ключом что делать, пока не знаю. Забрать его, не забрать. Короче, подумаю. Вот, ну и на этом, пожалуй, все. Буду завязывать. Выложу это видео уже. Типа как вторая часть. Вторая часть прохождения. Это ты ему сказал. Че там, пацаны не тусят, Лев не стримит. А я фигня. Не стримит. Зайду с ними, пообщаюсь еще. Ты спать сейчас, не спать? Да, я пойду прилягу, уже отдохну. Хорошо, давай там что-то там. Давайте, добрый, спасибо за помощь огромное. Давай, все, удачки. Всем. Вась, залетай куда-нибудь, не знаю, ко Льву или к ВРГ. Ну, что-то у меня сил, походу, не будет сегодня на МК. Короче, ладно, сейчас зайду. Буду видосом заниматься.